بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل رواه أبو داود. Имам Абу Дауд, рахматуллахи алейхи, передает от Анаса бин Малика, радиаллаху та'аля анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что три вещи являются асль иман. То есть три вещи составляют основу нашей веры, основу нашего имана. И среди них, в первую очередь, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Кафу». «Амман каля ла иляха илляллах». «Аль-каф» в арабском языке означает не причинение никакого вреда, ущерба. То есть тот, кто сказал «ла иляха илляллах», он является неприкасаемым, то есть твоим братьем, твоим, пусть и не кровным, но братом по вере. И поэтому мы ему никаких неприятностей, никакого дискомфорта и никакого ущерба ни своим языком и ни своими руками не должны доставлять. Потом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, продолжая свою мысль, сказал «Валя ту кафиру бидамби». И ни в коем случае мы его не выводим из ислама, то есть не говорим, что он кафир бидамби, если он сделает какой-то грех. Разумеется, если этот грех не является ширком, или если этот грех не выводит за пределы ислама. То есть, если кто-то скажет, что у Бога есть ребенок, или у него есть жена, аузубилля, то это грех, и этот грех, безусловно, выходит за рамки ислама. Или если кто-то скажет, в исламе на самом деле Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был не последним пророком. После него будет еще один пророк. То этот грех, он тоже вводит в ислам. Но все остальные грехи, которые ниже ширка, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что они не должны выводить за рамки ислама. И поэтому, если кто-то делает такие грехи, мы не должны говорить, вот этот человек кафир. Если он не читает намаз, говорит, я знаю, что это надо, но сегодня там у меня не получилось, или у меня вообще в этом году не получается, в прошлом тоже не получалось, но я знаю, что этот грех, этот человек является грешником. За рамки ислама и за границы имана этот грех этого человека не выводит. «Валя тухриджху минал ислами биамали». И в подтверждение своих слов пророк, саллаллаху алейхи вассалям, для утверждения этой мысли сказал «Валя тухриджху минал ислами биамали». И поэтому не выводите никого из ислама по причине его деяний. То есть, если человек не приходит на джамаат намаз, не читает в их мечети по причине того, что он работает, но на рабочем месте он читает намаз. Но есть хадис, да, в котором пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, тот, кто не читает, то есть после азана не приходит на намаз и не читает его жамаатом, я бы их всех дома что сделал? Сжег. Чтобы показать важность намаза с джамаатом. Но этот человек не приходит на жамаат намаз, потому что у него работа такая. Он врач, он там должен сидеть на рабочем месте. Или у него другая работа, которую он не может оставить и приходить 5 раз в мечеть. И этот его поступок, он не является грехом и не выводит его из ислама. Но, к сожалению, сегодня есть такие братья среди нас, которые понимают смыслы хадиса в буквальном толковании. И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в некоторых его хадисах говорит что-то, вот это признак куфра. Они сразу говорят, кто это делает, он кафир. Но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не говорил, это признак куфра. И в этом хадисе, который я привел насчет джамаат намаза, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хоть и сказал, я бы это сделал, но он это не делал. И поэтому это является доказательством того, что
его слова, они в некоторых хадисах говорятся для того, чтобы показать, насколько эти грехи, они являются большими. И поэтому мы их в буквальном смысле не должны понимать. И, уважаемые братья, если вы кого-то услышите, кто это делает, расскажите ему этот хадис, который нам передал имам Абу Дауд, рахматуллах алейхи, и наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Он говорил, что в судный день будет хвалиться своим умом. И он пытался, чтобы больше людей зашли в его умму и стали мусульманами. Но эти наши братья, к сожалению, сегодня стараются, чтобы, наоборот, больше мусульман, они вышли за рамки ислама, стали кафирами или еще кем-то, но не мусульманами. И сама вот эта идея, она является греховной. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.